На благоустройство сел Чувашии направят более 137 миллионов рублей из республиканского бюджета. В начале июля конкурсная комиссия провела отбор проектов. 231 заявка вошла в программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Села благоустроят в 13 муниципалитетах. Большая часть проектов направлена на развитие социально-культурной сферы и ЖКХ. Также планируют обустроить места массового отдыха и детские площадки. В будущем году программа продолжится, и те села, которые пока не вошли в план, могут начать разработку проектов.